Сегодня мы беспристрастно посмотрим на редкое в наших широтах южнокорейское чудо из стекла и бетона, то есть, я хотел сказать, из железа и дерева, под названием Иван X Max Автоматик в калибре 5,5. Конечно, наворотили корейцы, будь здоров. Хотя именно эту конкретную модель можно назвать в какой-то степени компромиссной, потому что на нее не пожалели не только металла, он здесь буквально везде, даже там, где по логике вещей его и не должно быть, но еще и дерево, которое есть даже вот в таких экзотических местах. Щека тут тоже деревянная, и это не опция. Есть у винтовки также и стальные элементы, правда, найти их нелегко. Они спрятаны за толстым слоем алюминия. Ну вот, например, ствол. Он наверняка стальной, хотя тоже спрятан в интегрированный модератор. И, скорее всего, резервуар тоже стальной. Максимальное давление, которое он может выдержать, 200 бар. Поскольку винтовка практически закрыта алюминиевыми пластинами, то мы не сможем поговорить ни о ствольной коробке, ни о рычаге взвода, потому что их просто не видно. Видно только кнопочки и рычажки, и то их, кстати, немного. Справа находится переключатель полуавтоматического и автоматического типа стрельбы и предохранитель. Выключатель винтовки находится с левой стороны ложа. Как отрегулировать спусковой крючок, я, честно говоря, не понял. Стрелять из Иван X Max можно только с заряженными аккумуляторами. Заряжать их просто, и хватает их надолго. Внешне винтовка выглядит очень внушительно. Кстати, и вес у нее тоже. Будь здоров. По душе она придется, наверное, тем парням, которые считают себя спецназовцами и решают сложные тактические задачи по борьбе с мировым терроризмом. Хотя немного души в ней все-таки осталось. И мне кажется, что она именно в деревянных частях. Баланс винтовки находится где-то рядом с рукояткой, то есть в передней ее части. Ну, не уверен, что это удобно. Дискомфорта от прицеливания я не ощутил. Все, ну, как бы на своих местах. Ну, булпап, он и есть булпап. В передней части цевья я обнаружил такую неприятную особенность. Если сжать это место рукой, даже не очень сильно, алюминий под давлением будет играть и достаточно прилично. Средний палец очень неприятно упирается в скобу спускового крючка. К этому, конечно, можно привыкнуть, но, честно говоря, немножко раздражает. Редко в какой винтовке для того, чтобы произвести выстрел, нужны батарейки. Здесь они нужны, от них никуда не денешься. Процесс зарядки барабана оказался не совсем простым. Он снабжен внутренней пружиной и стопорным механизмом по типу трещотки. То есть при прокрутке на одно отверстие его не нужно придерживать пальцами, механизм фиксируется очень точно. Тем не менее, вставить пульку в отверстие до конца у меня не получилось. Наверное, барабан рассчитан на работу с более тонкими пальцами. Так что пришлось использовать металлическую палочку. И дело сразу пошло. На свое место барабан вставляется очень легко, как с правой, так и с левой стороны. Заправочный порт резервуара имеет защитное кольцо, так что если упадете в болоте, ничего страшного не случится. Штуцер входит на свое место без усилий и выходит тоже легко. А вот манометр расположен неудобно. Его загораживает задняя часть рукоятки. И увидеть, что он показывает, очень сложно. Ну вот мы и добрались до огневой позиции. Теперь тест стрельбой. Очень интересно, как себя покажет это южнокорейское чудо техники.
Иногда возникают отрывы, совершенно непонятно по какой причине. Причину отрывов я скоро понял. Алгоритм взвода у Иван X Max при полуавтоматической стрельбе, на мой взгляд, неудачный. При нажатии на спусковой крючок сначала с характерным жужжанием происходит взвод, и после этого сам выстрел. Безусловно, это негативно влияет на кучность винтовки, потому что каждый взвод сдвигает ее с точки прицеливания еще до того, как пуля покинула ствол. Наверное, с этой особенностью можно как-то справиться, но у меня не получилось. Я сделал два подхода по 10 выстрелов и справиться с винтовкой не смог. Кучность я даже мерить не стал. Сейчас я немного волнуюсь, потому что буду испытывать, как сказал один мой приятель, самую кошерную фишку этой винтовки, то есть автоматическую стрельбу. Для этого переключаю флажок в режим автоматической стрельбы, снимаю винтовку с предохранителя, включаю питание, ключ на старт. Обалдеть можно! Честно говоря, такого удовольствия я еще никогда не испытывал. Вряд ли это, конечно, понравится спортсменам, но вау-фактор, а стрельба очередями, конечно, сумасшедший. В автоматическом режиме кучность такая же, как при полуавтоматической стрельбе. Так плохо, да еще на 25 метров, у меня никогда не получалось. Результат стрельбы по бумаге меня разочаровал. Причем было понятно, что причина не во мне. Зато я получил огромное удовольствие от стрельбы в полуавтоматическом режиме по биатлонным мишеням от Алексея Осипова. Вот уж фан так фан. Очень хорошо тренируется такой навык, как переход с мишени на мишень, который, кстати, очень пригодится на охоте. У этой винтовки есть одна очень любопытная фишка. Вы можете выстрелить с жужжанием, то есть без предварительного взвода. Так и без жужжания. Легким нажатием на спусковой крючок взводите механизм, и после этого вторым нажатием производите выстрел. Вау-фактор. Автоматическая стрельба. Внушительный внешний вид. Хороший барабан. Так. Часть ложа все-таки деревянная. Удобный заправочный порт. Астрономическая цена. Неудобная деревянная рукоятка. Невысокая точность. Очень нудный процесс зарядки барабана. Надо заряжать батарейку. Очень неудобный манометр. Очень дорогая, не очень точная, скорее всего, охотничья и развлекательная винтовка от корейской компании Иван X произвела на меня двойственное впечатление. С одной стороны, сложно не поддаться на этот внешний вид и не захотеть приобрести такого рода оружие, но ее технические характеристики, конечно, меня не впечатлили. И рекомендовать ее, наверное, стоит тем пресыщенным любителям пневматики, у которых в шкафу уже стоит несколько винтовок, как в классическом дизайне, так и в формате Bullpup, но с гораздо более серьезными техническими характеристиками. И тем, у кого очень много денег, потому что стоит она, конечно, как 3 егеря. Решать, конечно, вам. Но одно могу сказать совершенно точно. Вдоволь повеселиться и получить удовольствие от стрельбы с этой винтовкой у вас точно получится.